Овсянников, Овсянников. А ведь я знал этого инженера Овсянникова. В августе 41-го осудили за подготовку теракта против Гаримана. Американского посла? А, он тогда был спецпредставителем их президента на переговорах по ленд-лизу. Часто Гарриман был в Урманске? Насколько я знаю, ни разу. Здесь летом 41-го форменная шпионская лихорадка была, так что инженер вполне мог попасть под волну. Приехали, товарищ полковник. Ага. По всей видимости, здесь. Гражданочка, не подскажете, Овсянник, вы здесь жили? А вы кто такие будете? Из Минкобата мы. Так а кто же вам из них нужен-то? Ирина Ивановна аж до войны померла. Это мужа ейного, инженера, в 41-м посадили. А на сынка их, почитаю, уж год как похоронка пришла. Одна только Людка, невестка, и осталась. Где нам ее найти? Так известно где, в Интерклубе. Знаешь, где это? Знаю. Пошли. Смотри, популярное местечко. Ну, не то слово. Будем прорываться. Добрый вечер, товарищ полковник. Сегодня в зале «Интернационал», поэтому вход только по приглашению. Капитан, нам только с Южиной поговорить и все. Дело государственной важности. Товарищ полковник, тут все хотят с Южиной поговорить. И у всех к ней дело. Капитан, ты меня, наверное, не понял? Товарищ полковник, я вас понял. Но вход только по приглашениям. Или получить спецразрешение у полковника НКВД Тимошина. Пойдем, пойдем. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato. И утрувато линвазу. Не, ну ты видел рожа Халунская. Ну куда идем-то? Поверишь, мы в молодости только так в кино и попадали. Давай. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. E le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. А хорошо поет. Главное, чтобы нам хорошо спела, построила свекра. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Знаешь, что это за песня? Песня итальянских партизан. Они с ней в бой шли против фашистов на Матиху. Юбила, please, one more. Спасибо, я обязательно еще свою. А сейчас наш замечательный оркестр исполнит джазовую импровизацию. Браво! Браво! Ну что, джаз будем слушать или пойдем? Мне предыдущая песня побольше понравилась. Разрешите? Так, и где наша мадам?
Неужто что ноги сделала? Ну, судя по ботинкам, нет. Она же не могла пойти в концертных туфельках гулять по Мурманску. Значит, ищем. Дамочка, угостите сигареткой. Курить вредно. Это грубо, дамочка. Придется тебя наказать. Гоните бабки, а лучше валюту. Товар покажи сначала. Мы тебе камень кидали. У нас всегда все точно, как в аптеке. У меня тоже. Ничего себе. Ты что? Интересно, это он попал или ты? Вот странный ты человек, Сабуров. Я, конечно. Спасибо тебе, Александр Матвеевич. Тогда, Санный Тундур, ты мне помог. Теперь моя очередь. Будем квиты, Ленинград. Я надеюсь, вы отдаете себе отчет, что по законам военного времени за махинации с продуктами, за незаконные операции с валютой к вам могут применить самые строгие меры. Вплоть до... В общем, сами понимаете. Да, я все понимаю. Я все чистосердечно вам расскажу. Это само собой. Понимаете, после того, как муж погиб, мне очень тяжело пришлось. Разве на паёк проживешь? Ну вот и... Ну, про вашу... Горькую долю вы нам потом расскажете. У нас... Мы хотели поговорить о вашем свекре. О свекре? А я в прошлый раз следователю все рассказала, все, что знала. Так уж и все. Да. Ну, если что-то нужно спрашивать, я, может быть, что-то еще вспомню. Как вы думаете, инженер Овсянников осужден справедливо? Откуда мне знать? Он вообще был человек очень резкий. Его даже начальство побаивалось, что сразу правду матку резал. То есть он пострадал из-за своего характера? Его оговорили. Почему вы так думаете? Мне следователь показывал заявление Шабловского. Там было сказано, что свекр заказывал у него взрывчатку. Кто такой Шабловский? Да никто. Шабловский просто бухгалтером работал. Он свекру приходил в шахматы играть. Прямо-таки только в шахматы? Нет. Он вас домогался? И вы ему отказали? Овсянников знал об этом? Знал. Они даже подрались, и свекр спустил его с лестницы. После этого Шабловский к нам больше не приходил. Остается выяснить, откуда у бухгалтера такие познания в химии, чтобы изготовить взрывчатку. Случайно не знаете? Нет. Ну, это мы как-нибудь сами узнаем. А что будет со мной? Я все чистосердечно. Ну, это будет решать Александр Матвеевич. Александр Матвеевич. Продукты в больницу отнесите. О, спасибо.
Ценный труд – первый закон искусства. Угу. О, налегаешь на яблоки – это хорошо. Тебе сейчас витамины нужны. Да курить хочется, сил нет, вот и заедаю. Овсеник? А как же Никифоренко? Никифоренко – несчастная баба. Попросила ее отпустить к больной матери, а в порту план горит. Плюнула, уехала самовольно. На нее срыв плана и списали. Страшно, конечно, но к нам никакого отношения не имеет. А вот Овсянников твой – клиент перспективный. Так. На него написал донос некий Шабловский, который находится в заключении. Зачем ему это, я не знаю, но, вероятно, для того, чтобы скостить себе срок. Ты, Шабловский, тоже осужден? 129-я статья. Заключение заведомо невыгодных сделок для государства. Получил по максимуму, отбывает срок где-то под Кандалакшей. Значит, тоже по уголовной. Ладно. Меня вот смущает только одно. Как следователи могли поверить в то, что обычный инженер-путеец Овсянников пошел к простому бухгалтеру Шабловскому, чтобы заказать у него бомбу? Ну, учитывая прошлое простого бухгалтера Шабловского, ничего удивительного. Шабловский Андрей Станиславович в октябре 1908 года отчислен с 4 курса химико-инженерного отделения Саранского политехнического университета в связи с подозрением в связи с боевой организацией социалистов-революционеров. Неплохо, да? Да. Думаешь, сможем кого-то найти, кто с ним был знаком в те годы? В Саранске живет его бывший наставник, профессор Граве. Невероятно. Мы с Кириленко целый день носились хвост трубой, а ты с помощью ручки и телефона сделала в разы работу больше, чем мы. Потому что я лучше. Да. Да. Ой, вот. Так, стоп. Откуда сие? Кое-что случилось. Сереж, давай ты как любящий муж и будущий отец пообещаешь, что без особой надобности на рожон лезть не будешь. Без особой надобности не буду. И обещаю, что первым рейсом полечу в Саранск. Буду вести себя там хорошо вместе с профессором Граве. Запор, ты дурак. Ну, поцелуй тогда, дурак. Какой я ловкий и удачливый. Это меня и беспокоит. Ты слишком веришь в то, что неуязвим. Удача может отвернуться, и тогда… И что тогда? Раньше ты говорила по-другому. Тогда тебе это было необходимо. Ты нуждался в этом, как в микстуре. Любое лекарство хорошо в меру. Ты считаешь, что я не чувствую меры? Ты как берсерк. Несешься в бой на римские легионы, не чувствуешь ни боли, ни опасности. Ну, благодаря этому они почти всегда выигрывали. А во-вторых, если верить истории, они пьянили себя всяким зельем. Меня пьянит только одно. Точнее, одна. Лагерная охрана – это не римские легионы. И даже не СМЕРШ.
Они меня беспокоят меньше всего. Ты остаешься за главного. И если ты так будешь переживать, это может навредить делу. Не беспокойся за меня. Все будет работать как часы. Все, как ты любишь. Сахара немного. Да, действительно немного. Могу я вам чем-нибудь помочь? Да, еще профессора Гравая. Мне сказали, что он здесь. Юрий Соломонович сейчас занят. Отведите меня, пожалуйста, к нему. Понимаю. Сейчас я его позову. Юрий Соломонович, здравствуйте. Здрасте. Это вы меня искали? Да. Полковник Сабуров. Профессор, простите, что отвлекаю вас от работы. У меня буквально два вопроса к вам. Гравый Юрий Соломонович. Чем могу служить? Андрюша был необычайно талантлив. А вкупе с усердием и любознательностью это обещало грандиозные перспективы. Здравствуйте, Юрий Соломонович. Здравствуйте, Юрий Соломонович. Ко второму курсу, когда все это закончилось столь бесславно, я, не задумываясь, поручил бы ему лабораторию. Да вы что? Неужели был такой талантлив? Да. Он же не работал, он творил. Не боялся рисковать, не боялся ошибиться. Не столько знал, сколько чувствовал. Но, я понимаю, вас больше интересует его общение со взрывоопасными веществами, не так ли? Ну, разумеется, профессор. Гений. Гений, погубленный политикой. Я тогда он мог собрать адскую машину, подобрав ингредиенты в детской песочнице. Я утрирую, разумеется, но от истины недалеко. Вот этим даром и воспользовались господа эсеры в своих интересах и во вред всей русской науки. Я надеюсь, помог вам. Безусловно, профессор, спасибо вам большое. Разрешите идти? Конечно. Благодарю. Переходим на весла.
Быстрей. Как слетали, товарищ полковник? Ты скажи по дороге, не возражаете за руль? Да, конечно. Граф все-таки подтвердил наше предположение. Тарни действительно нужен Шабловский. А дело Овсянникова ему нужно было только для того, чтобы определить местонахождение. Значит, работаем с Шабловским, агитируем на сотрудничество? Да, только аккуратно. Главное, не перегнуть. Само собой. Он идет нам навстречу, мы ему треть срока долой. 8 лет – целая эпоха, особенно если у тебя за 40. Вот ты этим и займешься. Нам нужно точно знать, в каком лагере находится Шабловский. Тарни будет наблюдать за лагерем. Нужно, чтобы никто, кроме ночлега, не знал, что к ним в гости пожаловал СМЕРШ. Кого с собой возьмешь? Будничного? Лучше Валю. Ну, мы с ней сработались, сдружились. К тому же, если Тарни наблюдает за лагерем, то женщины будут выглядеть менее подозрительно. А легенда придумана. Добро. Вниманию осужденных и персонала. В связи с возросшим количеством случаев дизентерии и других желудочно-кишечных заболеваний на территории учреждения будут проведены соответствующие санитарно-профилактические мероприятия. Ничего не понимаю. Зачем было устраивать этот цирк с эпидемией? Сказали бы сразу, что вам нужен ЗК Шабловский. Товарищ майор, если мы что-то делаем, значит, на это есть соответствующее указание. А если вы невнимательно прочли предписание, потрудитесь прочесть еще раз. Особенно последние 2 строки. Оказывать всяческое содействие, беспрекословно выполнять. Вот именно, выполнять. Если можно, побыстрее. Разрешите приступить? Рот, язык вперед. Жалобы есть? Фамилия? Иванько. Рот, язык. Рот, язык. Болит что-нибудь? Ой, болит, милая. Что именно? Рука правая, аж пальцы сводит. Ну заткнулись, вашу мать! Фамилия? Хренов, милая. Рот, язык вперед. Будешь, сука. Жалобы есть? Фамилия? Фамилия? Шабловский. Этого к доктору надо. Осужденный Шабловский, шаг из строя. Рот, язык. Ко мне бегом марш. Фамилия? Есть жалоба? Нет. Этого во второй корпус отведешь. Да я сам, если что, могу. Дорогу знаю. Поговори мне еще. Жалко есть. Пошел. Ничего не болит? Рот, язык, фамилия. Что-то я вас, гражданочки, не пойму. Битый час вокруг меня хороводы водите, а толком так и не сказали. Чего надо-то? Мы обязательно скажем. Но сначала мы должны получить ваше принципиальное согласие на сотрудничество. Ну,
знаешь, что захотели. Меня ни в белой контрразведке не раскололи, ни в вашей конторе. А уж местный кум сколько зубов от меня обломал. Можете сами у него спросить. Мы спросили, он подтвердил. И все-таки наше предложение остается в силе. Ну, а чем покупать будете? Перережим, УДО или помиловка? А вот это будет зависеть исключительно от вас. Нет уж, увольте. Лучше я свой червонец опять по рогам честно отмотаю, чем чекистской сукой заделаюсь. Не хотелось вам говорить, но в случае вашего отказа... Да чихать я на вас хотел. Хоть сейчас меня веди, расстреливай. Конвой! Повезти. Стой! Руки за спину. Шел. Серега, принимай. Месячный пропаёк на всех нас троих отоварил. Народа сбежалась жут, когда узнали, что машина пришла. Ну-ка давай, что тут в этот раз? Ух ты, прям ассортимент. Ну, а я про что? Чуть не подавили друг другу окошко. А это что такое? Сыр плавленый. Саня Стариков открыл, воняет жуть. Но вкусно, зараза. Лене должно очень понравиться. Да не переживай ты. Справится он. Полковник Сабуров, слушаю. Соединяйте. Шабловский наотрез отказался идти на контакт. Что значит отказался? Что вообще за разговоры? Лена, ты не девочка-абитуриентка, ты профессионал. И должна понимать, что это не неудача, а просто... небольшая заминка. Если он завтра не будет нашим, мы с Будичным вылетаем и доделаем начатое. Все. Серег, ты мне, конечно, извини, ты не слишком. Она все-таки... Что она все-таки? Ты что, Лену не знаешь? Сейчас только так с ней нужно. Не волнуйся. К утру найдет решение. Ну, вот смотри, хороший. Мне нравится. Платочек, платочек. Ну что? Дело к победе, раз пиво начали продавать, а? Ну, давай. Жара. Что там? Пока все тихо. Ничего особенного не происходит. Начальник лагеря и врач из администрации на месте. Надолго не отлучались. Гости. С представителями никого. Доставляли продукты, медики работают. На территорию въезжали только они и автомобили, принадлежащие колонии. Ой. Ой, хорошо. Хорошо.
Да, но хотелось какой-то конкретики. Как выявить и обозначить человека, которого ты не знаешь? Ждите, все будет. А если чекисты решат задачу раньше нас, поймут, кого мы ищем? Это невозможно. Соборов не Господь Бог. Контрразведка заглотила наживку. Сейчас они в поте лица будут штудировать подложные документы. А у нас есть несколько дней. Продолжайте наблюдение. Продолжайте. Уснуть. Второй час уже. В кои-то веки надоели мне что-то серьезное, я все угробила в первый же день, как практикантка какая-нибудь. Ты куда? Пойду воздух. Никаких, Валя. Куда его дальше карьеру? Никуда. Расстреливаете. Расстреляю. Совершенно нас не боится. Или научился страх за пазуху прятать? Тогда, может, с этой стороны и подумать. Кого он боится, чего? На этом и сыграть. Ахиллесова пята есть у каждого. Ахиллесы и сорвали от леса. Но, предположим, сидит он по уголовке, не по политике, живет неплохо, а колония воровская. Черт, как я раньше до этого не додумалась. За доблестно высокие производственные показатели, регулярное перевыполнение плана и оказание помощи администрации лагеря объявить благодарность с занесением в личное дело заключенному Шабловскому Андрею Станиславовичу. В качестве поощрения назначить... Ты что, человек, где план? Я тут не при делах. Так глядим. Скрысился бухгалтер. Премировать комплектом шерстяного белья и переводом на усиленное четырехразовое витаминное питание. Стойте. Ну? Да вчера две барышни-врачихи приезжали. Разговор разговаривали по душам с ночлагом в комнате. А потом Шабловского на осмотр привели. Ну, правда, туда и других водили. О чем разговоры? А я знаю. Утром майор приказ велел отпечатать. Но потом что, сам слыхал. И я, кстати, на твоем месте крепко бы подумал, прежде чем с бухгалтером дело какое-нибудь. Да ты мне советы не давай. Скурился бухгалтер. Говори, как есть. Что знаю, то и сказал. А дальше сам кумекай. Ладно. Покумекаем. Не курите здесь, пожалуйста, Андрей Станиславович. Книги этого не любят. Добрый день. А где же он добрый-то? В таком случае от вечера вам радости ждать точно не приходится. А утро, я так понимаю, вы и не увидите. Толковище было. Воры решили, что вы с кумом дружбу завели. Я? Да зачем мне это надо-то, а? Ну, вы сами подумайте. А мне думать не об чем. Мое дело-то десятое.
А вот на вашем месте я бы всерьез призадумался, что сказать свое оправдание по возвращению в барак. Рад был с вами поболтать. Живее, Дюа! Не спать! Шире шаг! Все-таки, мне кажется, ты слегка перегнула палку. Ты сейчас о чем? Ты не подумай. Я все понимаю, Шабловский — это преступник, без сомнения, но он все-таки человек. И у него есть своя правда. Если он откажется, его убьют. Не откажется. Не должен. А что до остального, нам нужно спасти Мурманский город. Этот груз ждут на всех фронтах, он просто необходим для победы. И ради этого я через сотни таких Шабловских переступлю. Да? Выходи. Андрей Станиславович, рада вас видеть. Присаживайтесь. Может, чаю? Нет, благодарю. Я не знаю, какие там у вас планы, но если я остаюсь в лагере, изолируйте меня и дайте охрану. Вы не останетесь в лагере? Если, конечно, согласитесь с нами сотрудничать. Я согласен. Конвой, телефон в кабинете ночлага есть? Так точно. Останетесь здесь с врачом и заключенным, а я к ночлагу. В комнату никого не впускать и не выпускать. У ЗК Шабловского очень серьезное заразное заболевание. Будем изолировать. Советуйте. Присмотри, бога. Что это? А? С утра вроде были деньги. Мы же договаривались. Мне нужен морфий. Мне тоже много чего нужно. И ничего, терплю. И ты, брат, терпи. Смотри, сколько тебе привалило. Что-нибудь придумаешь. Забирай и отваливай, а то... Что это? А то без ничего останешься. Думаешь, я не знаю, для какой конторы так сахар фасуют? Это для лагерной столовки. Так что ты, мил человек, расхититель получаешься. Ты падла. Кто ты получаешься, а? А что я? Перекупщик, несознательный элемент. Таких наша власть шибко не наказывает. Так что идти к своим не советую. И к блатным нет резона. Узнают, что ты так рысятничаешь, самого на тушенку пустят. Ну вот, другое дело. И ты это, если еще чего надумаешь, приходи. Только за деньги. Про марафет забудь. Здесь тебе никто его не достанет. Ой, мужчины вернулись. Ну, посмотрите, какие у нас фасоны. Да пошла ты. Ой-ой-ой, скажи дорогу. Вот это очень хороший для девочки. Да, да, да.
гражданин. Я? Да ты не понимаешь, что вы так, я не из НКВД, меня ваши темные дела не интересуют. Простите, но... Я же вам говорю, меня ваши темные дела не интересуют. Но мне кажется, нам есть с вами о чем поговорить. Как говорится, тет-а-тет. Извините, я... У меня... Стоп! Пшу! Стоять! За мной! Лицом к стене. Заключенный Шабловский доставлен. Заходи. Александр Матвеевич. Здравствуй, Валюш. Ну, давай, хвасты. Все путем? Надеемся. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте, Валентин. Ну что, на каком этапе? Готовим Шабловского к внедрению. Пока все неплохо. Отлично. Давайте доедем к Лене, посмотрим, что там и как. А я пока с местным начальством поздороваюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте еще раз, Андрей Станиславович. Кто это? Моя сводная сестра, Пономарева Юлия Станиславовна. Отец один, матери разные. Родилась в апреле 12-го в Орле. В 34-м переехала в Мурманск. Оттого и перебрался на север, чтобы быть поближе. В этот момент понимаешь, что самое важное – это семья. И будьте максимально осторожны. Тар непроницателен, но отказать вам в общении с сестрой он не может, если вы поставите такое условие. Связь будем держать через нее. Понял. А где ваша настоящая семья? Долгая история. Мы не торопимся. Моя жена и сын ушли от меня в Астрахани в ноябре 20-го. Эмигрировали? Умерли от тифа. Соболезную, извините. Она была портнихой, очень хорошей. Раньше таких называли модистками. А моему сыну было всего 6 лет, когда он, не приведи Господи, переживем когда-нибудь такое, товарищ майор. Кофе. Осторожно, горячий. Целую вечность не пил кофе, как будто это было в другой жизни. А вы знаете, моя жена Сашенька обожала крепкий кофе. Сама всегда заваривала, а когда носила под сердцем кулю, разумеется, пришлось отказаться. Мы стали заваривать цикорий. Я так его хвалил, хотя хуже напитка не придумаешь. Ну, а что, беременным нельзя кофе? Боже упаси.
равно какао, шоколад. Переизбыток кофеина – это такой алкалоид, открытый еще Фердинандом Рунге, который может привести просто к выкидышу. Вы разве не знали? А что еще? Ну, какие продукты не стоят? А какой у вас срок? Что? Я не для себя. Хуже всего яйца. Сырая рыба, парное молоко, устрицы, сыр Рокфор, моржовое сало. Вам нехорошо? Нет, просто воздух спёртый. Давайте продолжим. Не стрелять! Брат живым! Не шевелись, не шевелись. Не шевелись, все хорошо. Все хорошо. Вызовите врача, быстро врача! Его надо. Его надо взять. Тихо, 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 тихо. Они без меня справятся. Как обнажнее. Будничный его возьмет. Все нормально. Все хорошо. Все хорошо. Чш, не шевелись. Все нормально. Забоски, стой! Ему в ногу, иначе у нас всех положит. Я сам тебя сейчас положу. Вперед! Прокололся. Так глупо. Заболтал он меня, усыпил бдительность. Никогда подобного не было. Это так ужасно. Тихо, 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 не разговаривай. Тебе надо беречь силы. Значит, ты был прав. Надо было уйти с работы. Размякла я, а тут стальное надо быть. Ты знаешь, я когда падала, не успела подумать. Главное, не на живот. Упасть не на живот. И так оно и вышло. Все же будет хорошо, да? Да. У меня только бок болит, и затылок немного. Я даже ног чувствую. Значит, позвоночник в порядке. И живот. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Сереж. Ой, а как тяжело. Куда делась? Давай в окоп, я туда. Стрелять ты в меня не будешь, гражданин начальник, верно? Потому как я тебе живой нужен. А я вот могу и выстрелить. Стой там, где стоишь. Иначе финита ля комедия. А ты, по-моему, блефуешь, Шабовский. В чем дело? Патроны кончились? Не подходи. Были бы патроны, давно бы мне уже подорожную на тот свет выписал. Я не шучу. Понял меня? Ежики-кукужики ехали, ехали и приехали.